Никаких очередей, наличных расчетов и пустой траты времени. Теперь, чтобы оплатить тепловую энергию, горячее водоснабжение, нужно потратить не больше 5 минут. Компания Сибэко запустила новый сервис – мобильное приложение для операционных систем Android и iOS. Легко устанавливается на сотовый телефон и позволяет вносить плату когда и где удобно. Сервис максимально прост в использовании. Скачиваем приложение, вводим свои личные данные, привязываем банковскую карту и пользуемся. Беспокоиться об утечке информации не стоит. Здесь все защищено. Наше приложение, оно позволяет получать эти уведомления, ну и, собственно, платить в одно касание, максимально упрощая. И в том числе, конечно же, мы развиваем так называемые сопутствующие сервисы, опять же, информационные сервисы, чтобы потребитель мог пользоваться не только платежной системой, но и получать исчерпывающую информацию по нашему продукту. Сервис будет оповещать о плановых и экстренных отключениях горячей воды на доме. С помощью обратной связи можно будет обратиться к специалисту, который ответит на любые вопросы. Кроме того, система позволяет отправлять в сообщении сканы документов, и идти в офис ради этого уже не придется. А в разделе «Народный контроль» можно оставить жалобу, и ее обязательно рассмотрят. Сервис планирует дорабатывать, и все пожелания клиентов учтут. А пока абоненты Новосибирска, Бердска, Куйбышева и Криводановки через мобильное приложение могут оплатить майские начисления за тепло и горячую воду уже сегодня. Ксения Петренко, Алексей Погодин, новости ОТС.